Стопэ, всем привет, с вами я, Никита. Короче, да, тоже сейчас будем снимать. Все, сейчас Ксюша тоже будет снимать. Давно она не снимала. Ксюш, я люблю твои видео смотреть, но ты их редко выпускаешь. У меня есть личная жизнь. Так, Ксюш, готовься падать в шок от моего скина. One, two, three, смотри на мой скин. Как он выглядит? От этого ты уже офигеешь. Ты. У меня еще глянь, Докмен вот эта вот есть штучка. Глянь, какая у меня футболка. Глянь, у меня высокий скин есть. Маленькое видео неудавшееся. У меня маленькое видео неудавшееся. А что не вышло? Потому что слишком маленькое. Так. Нет, что у тебя не вышло? Антон? А вы всем привет, это Ксюша и... Я снимаю. Вот, тут Антин сейчас играет, это Антон Сирпин, это мой подписчик, и я всех своих подписчиков по никам знаю, вроде бы. Ну, не знаю, может быть, еще вот этот и вот этот мои подписчики, этого точно я не знаю, он играет в Тарс, вот это вот. Боже мой, я что, реально... в Соника играла? Покажи. Да, ты в Соника играла. Ксюш, реально, глянь, у меня... Вау. Да. Так, каталог, глянь, сколько у меня вещей. Ты просто в шок упадешь. А, нет, это магазин пустый аватар. Вот у меня есть вот эти таблички. У меня есть. Не, ну обычно люди крылья добавляют. Это что-то непонятное добавил. А крылья добавил. Я чуть не нашел. Глянь, какое лицо. И это лицо бесплатно. И это тоже бесплатно. Я, наверное, сейчас тоже обновлю своего персонажа только по бесплатному. Да, плак. Там есть бесплатные. У меня еще есть вот такая футболка. Как в магазин найти? У меня еще вот эта вот футболочка есть. Ну, я возьму какие-то... Вот это, она прикольно выглядит. Где магазин? Так, магазин, смотри, где я. Магазин, ну, каталог. Вот магазин. Я тут, ну... А у меня где? Вот тут? Где я? А у тебя нет. Где магазин? У Ксюши нет магаза. У меня нет магаза. У меня нет магаза. Что я могу купить за 32 робокса, интересно? Короче, я не грустная, я просто резко встала. Где? О, боди пэтс. Пэтс хочу. ГР. Что за ГР? ЛГР. Аватар. Я не знаю, я что-то хочу купить. Вот это все. Помогите! Это все очень дорого стоит. 50 стоит. Помогите, у меня нет магаза, боже мой. О, все, есть. Вот эти вот. О, прикольное личико, но я не буду его покупать. Где магаз? Я зашла в какие-то настройки. Боже мой, 32 000 роблоксов. Такое фиговенькое лицо, боже мой. Хотя бы дога бы купил. 400 робоксов на какой-нибудь. Боже мой, помогите мне найти магаз. Надо крутые крылышки купить. Крылышки в моде, пацаны. Не знаю, там за мои 32 робокса надо купить крылышки. О, вот это лицо, помню, было у Пози. 7000 этих. Серьезно, Пози это купил? Не верю. Пози, ты что? Серьезно это купил? У Пози. 15 000. У 40 000 этих. Жесть. Я видел человека, у которого несколько миллиардов робоксов. Я нашла магазин. Ты нашла магазин. Каталог. Я нашла магазин. Да, это каталог. Он так... О, Котофей в акуле. Я не купил. А мог купить. О, глянь, вот эти вот ушки. Какие бесплатные. Ну, напиши фри. Вот здесь вот фри в поиске. Я написал фри в поиске, и было все бесплатно. А дай посмотреть на фри твое. Ну, я сейчас не в бесплатных, все бесплатно. Я могу купить, там есть бесплатный Догмен. Хочу 18 робоксов. Вот это вот. Вот так? Ну да, фри. Я тоже надеюсь, вот что есть. Это что за тетка? Я не знаю, может тетку купить. Мне она не нравится. Еще какой-то пацан. Воющий волк. Наверное, хотите, чтобы я уже поиграл еще плюс с подписчиками, но... Сейчас поиграем. Глянем тут, что есть. Шорфик, жесть.
О, тут есть капюшон за фри. О, эти глаза, я помню, у Пузи были вот эти вот. Я бы купил. А тут вообще картинки нет. Монокл. 5000. Ничего Да. себе. Что-то не тыкают. Мне Сколько их? нравится вот эта тетка. Покажи. Покупай. А, да, у меня вот такая же фигня. И с мужиками такая же. Ай! Это, Я знаешь, что куплю сделаю? Знаешь, что волосы. сделаю? Нажми на макс вот этот. И введи 0. И перейти. 0, перейти. И вот Какой все макс? бесплатно. Первому тебе. Ну вот Хочу, макс. да? Ему. Не, У тебя этого нет. У тебя что-то ничего зачем? нет. Во! Это что за... Не знаю. А, я знаю, что это. Хоррор. О, я тоже это знаю. Хорроры, там всякие хоррор штучки, вот это Вот вот тут все. что ли? Скажи, куда мы... А чечи, кстати, я купил. А чечи я купил, да. А чечи, а чечи. Что это за биома? Уже 5 минут ищу. Уже 5 минут ищу и ничего не найду. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот тут высокие скины, Ксюш, глянь. Представляешь, у меня, оказывается, друзья есть. Глянь. Высокие эти. Тыц-тыц-тыц. Вот. Это что? Че это? Артбокс. Ладно, все, давай играть. Не Нет, будет там я хочу этим. Обновить. Че? Я буду На, я назад, обновить. Я вперед не вернусь. Там я видел какую-то крутую прическу. Лучше некуда. Так, 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 так. Во, вот это у Антона даже, по-моему, я не помню. Ладно, купить. Все, мне нравится это эта все тетка. Я куплю эту бесплатно. Тетку. Это Хотя бы ее все шар. Бесплатно. Чарфак. Ты что, шарфик купишь? Я хочу шарфик. А шарфик нельзя купить. Я видел Почему? шарфик за робоксы. Он там стоит дороговато. Ну Дороговато. Нет, я хочу шарфик. Ты можешь вот такую штуку купить бесплатно. Я знаю, только она мне не нравится. Это капюшончик. Не знаю. Вот. Вот, ой, я могу, кстати, это купить. Вот твое чудо. Нет, мне не такой шарфик нужен. Мне шарфик, который на этой тетке нужен. По-моему, я его тоже видела, если не ошибаюсь. Ладно, я этот шарфан куплю. Я этот шарфан куплю. Вы меня заставили купить. И тут сразу другие шарфики. Хочу все шарфы купить. Как купить этот шарфик? Боже, я уже 7 минут пытаюсь купить этот шарфик. Шарик? Шарфик. Ладно, присоединяйся ко мне, когда сможешь. Моим подписчикам, я думаю, уже скучно. Так, пойдем к Серпин. А Серпин сейчас в это. Не в игре. Антон что-то. Гасит всех в своей любимой игре. Я присоединюсь. Я видел, там снова Может, про вот эту игру. Ее тоже нельзя. А за? Нет. Иди ты. Загрузка. А, я помню, у нас была такая загрузка. Надо выйти и, ну, короче, перезайти, я думаю. Так. Сиппин сейчас играет. Сиппин уже не в игре. Все. Так, продолжаем. Да. А, нет, нет. Опять не вышел. По-моему, все, мы можем выйти. Ладно, я куплю этот капюшончик, потому что такой любой я могу купить. Ладно, тогда зайду в Epic Mini Games. У меня 7 робоксов. Представляю. Я бомжик. Ну да. Ты все уже себе купила? Ну вот. А волосы через них проглядываются, это нормально? Да, нормально. Текстурки. Как-никак. Ну что, да. Посмотри, на какую запись я наткнулся. А может и быть без волос? Короче, да, теперь можно. Я буду не с моими. Ой, я сразу в мини-игре появился. Нет! Нет, ран, ран, ран.
Мне сразу же взрывает. Никита, я с тобой в друзьях тут не существую. В какой-то мини-игре. Эпик мини-гамис. Тихо, у меня лагает, пацаны, не убивайте меня. Ой, вижу почти моего брата. Он, суки, я вижу. Меня кто-то в друзья приглашает. У меня места нет. Ну, что это мой подписчик? Я не знаю. Ладно, приглашу. На всякий случай он у меня будет в друзьях. Я не знаю, это подписчик или нет, но меня убили. Если он будет около меня прыгать, то значит это подписчик. Боже, что я за уродина. Тут у нас какая-то мини-игра. Нет, ты не в том, сервере. Перезайди пова. Как раз изменю прически и уберу этот уродский. Пишу. А, не пишите в комменты. Ой, путы. В чат Роблоксе. Кажи, пацаны. Ой, я лысая. Рата лысая. Все. Я теперь не лысая. Я теперь со своей любимой причесочкой. Браво. Но зато я в футболке с пиццей. И поменяла себе штаны. А, это в ПВП. Фу ты, блин. Это бой на кулаках. Я буду от всех убегать, потому что я могу. А у них сейчас другая мини-игра. Левая. А, меня убили из-за лагов. Около меня еще кто-то умер. 10 минут уже. И делается видео. Тут гигант. Типа танца, пародия. Пародия жалкая на танца. Да просто жалко пародия на танца. Да. Про сервис. Где я? Что я такое? Ты ничтожество. Нет, ты не на нашем. Я, наверное, попытаюсь тебя найти в друзьях. Вдруг мы скакалка. Я 100% в скакалке умру от того, что кто-то напишет что-то в чат. Вот 100%. 100 малярных просто процентов. Вот. Это ты? Нифига. Подобное. Я прям в скакалке. Молодец. Так, скакалка от меня будет, да? Да, от меня. Кто-то уже поподыхал. А, ну меня все залагало, у меня все. Все, я умер. Я, считайте, умер. Ну, конечно, конечно. Так, я тут. Ну, что у них? Нет, и не у нас. Ну, тут кнопки вот эти. Можно я тут немного побуду? Ладно, кнопки. И ты меня поищешь. А что тебе эти кнопки сдались? Ты эти кнопки не любишь. Все равно хочу. Что тут надо? Я слетал со своей черепахой. О! Стоп, это что? Это кнопки. Ай, лагает. Я просто стою на месте, а мне норм. Я просто нажимаю все и все. Молодец. Ауч. О, прикольно, это моя любимая. Я умру, дайте угадаю, от того, что мне будет лагать. Да, 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 да. 100%. 105 же малярных. Просто умру от того, что лагает. Со спокойной душой и все. Все, сейчас я умру. Сейчас я возьму и умру. Потому что я могу умереть. Никит, поищи меня. У меня сейчас моя любимая игра. И я не залагала. Я сейчас умру, да? Я сейчас умру. Вата. Тут надо в дырке падать. Ай. На всякий случай отбегу сюда. Даже беспалевное моя место, которое не дал. Нет! Ты я таки знал. Опять же из-за лагов. Как же это бесит.
Вот как у тебя так нормально все, а? У тебя все гладко идет. Потому что никто ничего не пишет. А тебе тоже от того, что кто-то пишет в чат, лагает, да? Ну, походу, да. Как ты ко мне залез? Все, его придавило. Не, я выйду с этого сервера, он меня бесит. Все. Это худший сервер, и поэтому я отсюда сваливаю. И ищешь меня. Я раз перезахожу на сервер. Опа, я первая залезла. Стыд. Если я попаду на ту сервер, то ура. Опа. И я сейчас на мини-игре, значит, то, что я не на твоем сервере. О, нет, только не эта мини-игра. У меня еще ничего не прогрузилось, а тут уже люди умирают. Как прекрасно. Опа, я залезла. Здесь еще тут еще сильнее лагает, ну нафиг. А это тот же сервер. Ну нафиг, я выхожу отсюда, я так здесь не выиграю. Там кто-то умер на ровном месте. Все, быстрее выходим. Все. Кстати, прикинь, сколько у Антона этих коинов? Угадай. Сколько? 1000. Вау. У него есть только две вещи. Там какой-то пирог, который ему летит в рот. И такой нам-нам-нам. И факел. Да. Ясно. Обедов нет. Поездка. А у меня есть дед. Это черепаха. А у меня есть пик, который куда-то делся. Так тут. А, не, никуда не делся. Вроде мне черепаха. Опять я на том сервере. Да мне со серверами не везет. Ты ж, мы же вроде друг друга в друзьях. Нет. Ну да, мы в друзьях. Я помню, я тебя приглашал, Ксюш. Я видел. Я этого не помню. Ты у меня в друзьях. Тогда иди ко мне. Ну не получается. Я быстрее всех. Давай, уходи. Ладно, сделаю так. Я не успела. Тут не успел. Дойти. Молодец. Меня кто-то пригласил, друзья. Так. А тебе сколько друзей? Наверное, много, наверное, мало, я не знаю. У меня целая банда 200. Воровно. 200. А раньше у тебя все были заполнены. Опять у меня какие-то... Так у меня сейчас заполнены. Опять этот сервер. И меня ищи, Ксюш. У меня дом... Я не могу, у меня сейчас вот этот. У меня один и тот же сервер. У меня тоже сейчас вот этот. И чё? Я упал, как обычно. Ты просто вот так вот делаешь. Ты сейчас доиграешь, я вот тебя... говорит, что ты вышла сервера меня поискала, ты там что-то это, и уже новая игра начинается, где такая. У меня один и тот же сервер. Я не знаю, на каком-то таком сервере, что я не могу пойти к тебе. Упали. Ладно, я пойду тебя искать. Не я. Давай, я говорю, мне нужно заходить. Давайте угадаю, я опять на этом сервере. Наверное. Да, вообще круто. Я такого поворот событий не ожидал, конечно. Это было прям открытие Америки. Я тебя не вижу. Стоп, я кажется, тебя видела.
Где ты меня видел? У вас сейчас мини-игра непонятно какая, у меня нет. Но там был чувак с таким же хвостом. Какой у меня, блин, хвост? У меня хвоста даже нет. Ну, он был похож на тебя. Бегу! Блин, меня машина сбила. Не. Не, пожалуй, опять перезайду какой раз. Да как понять, как они падают? И как понять, где я? Панику. Ура, наконец-то хоть что-то я взяла. Ладно, тогда я пойду сейчас с... Ты чё ж меня толкаешь? Так. Я не разбираюсь. Так. Так. Я, наверное, пойду и поищу тебя. А, ты сейчас что-то делаешь? Ну, значит, я тоже что-то сделаю. Я тебя ищу, ты понимаешь? Угу. Вот поищи ты меня. А может, пойдем просто к Антону и все? Поищи меня. Я пошел к нему, у меня не выходит. Поищи вот здесь вот меня, вот в этих вот. В друзьях они тебя уже искала. Когда? Когда искала? Сначала, а потом еще ты никогда не искала. Не искала. Не. Да. Подписчики подтвердят, что я искала. Как? Напишут в комментариях, что я искала. Че? Ты сейчас пизду говоришь. Да в самый конец надо. Это ты. Ну, искала, конечно. Я тебя... Искала ты тогда, когда я тебя вот тут это... искала, а вот тут не искала. Я тебя вот тут искала. Если бы ты меня нашла, что бы сделала? Куда бы ты тыкнула, скажи мне? На твою иконку. Ксюшки, тупи. Ну, приглашай меня. У меня говорится Егор. Опять пацан, значит. Любишь этого Эрора, вот он тебе. Видишь? Это. Егор! Это там, что-то там, что-то там, что-то там. Ты, что-то там. Я могу просто там, к тебе там пойти. Все, заходи в игру. Эпик мини-гам. Не, я пойду попытаюсь к Антону. Антон, опять это игра. Тоже к Антону. У него такая штука, тут идет отсчет. А этот отсчет, я на него не раз натыкался, он будет идти до бесконечности. Пока не появится Эрор. А Эрор никогда не появится. То есть бесконечно. Просто бесконечно. То есть к нему пойти нельзя. Почему-то. Ну, сейчас сходи в Эпик Гранд. Сейчас. Ждем. Ну это жесть. Ты где? У тебя в профиле. Где же еще? Вау! Ты у меня в профиле. Поздравляю. Ну ты че, фолов? Попробуй еще согласиться. Наверное, ты не можешь согласиться. Не-не-не, ты не можешь согласиться, потому что у меня, наверное, много-много друзей. Как бы удалить? Аланап. Я не помню. Чтобы я с ним играл. Так, вроде вот это. Откуда у меня этот этот? О, привет, Сонь. Так, in friend. In friend. Так, теперь перезайти. И скоро он попытайся. Скоро. Вот ты няха, фигня. Перезагрузи страницу. Сейчас. У меня сколько?
Все? У меня 200 друзей. Все, Чарльз Веб, вижу тебе. Все, погнали к... Классики. К тебе. Давай, я пигам. А, сейчас, я застряла. Все. Офигеть, ты застрял. Где ты? А, вот. Не, иди ко мне. Ты не сошел еще? Ой, я к тебе пойду. А, тебя то есть я будет. Выбираю в игру, которую мы выберем. Не, давай эпик мини-гаммес. Ну ладно. Какой ты там еще хочешь-то, интересно? Там где вот эти себе лоски. Боже мой, у меня кошка прямо рядом. Это пипец. Перезагружайся. Все, ты в игре, отлично. Иду к тебе. Эпик мини-гаммес. Моя черепаха. Она хорошая. Ура, черепаха. Ура, черепахи. Черепахин. О, у нас уже мини-игра. Сразу все это вижу. В Hack a Block. Ой, мы в одной команде. Да, здрасте. Тебя вижу, глянь, боже мой. У тебя тоже черепаха. У меня вообще-то у меня голова. Ой, что со мной? Что со мной? Ты это видишь? Не, я имею в виду, что у тебя пэтс черепаха. Смотри на меня, что со мной? Все со мной. С тобой все норм. А ты как бегаешь, как бот? Нормально я бегаю. Дай-ка я посмотрю на тебя. Ты бегаешь. Ты бегаешь, да, ты нормально бегаешь. А Бози бегает как бот. У него руки прям как в Майнкрафте. Ну, вроде бы мы проигрываем. Ты откуда я мог знать? Я вот не знаю. Можно, конечно, к ним сейчас посмотреть, как они там актив. Какой у них там актив. И, кстати, бей вот этим молотком заранее. Прям уже когда подходишь. Убить этих дразнилок. Я прям в толпу ворвался. Давай! Давай! Не успею, прокинь. Мое. Мы победили. Два блока, и все бы. Ничья была бы. Кот застрял. А, он исчез. Кот, между прочим, вон там сидит. Хорошо. Это вообще кошка. Плевать. Так, я хочу купить отраву. Я отраву купил. Я молодец, я отраву купил. Так, надо вот это вот все убрать. Сейчас будет жесть. Надо убрать вот это вот все. Все, оставить только факел. Это что? Так, сейчас будет... Ой, не-не-не. Так, я тут, пожалуй, встану. И, возможно, мне повезет, а возможно и нет. Может, что за длинноногий чел? Так. Отлично. Идите сюда. Я еще пуляюсь! Никита, это что? На! Убью! Иди на! У него оружие! Он меня убил! Прям у меня даже призрак улетел! Ура! У меня призрак улетел. Кто убийца? Вот этот чувак убийца, у нее перчатка бесконечности. Ах, ты ж меня убил, пацан, так. Там у девочки перчатка бесконечности. Оу, ничего себе. Без камней такой. Ее, кажется, убили. Или нет? Да нет, ее не убили, я за тобой. Смотрю, она сзади тебя. Она сзади тебя. Так, она почти тебя догнала. А все, а нет, еще бежит. Песник. Убийц. Я за ней слежу. Я выиграла, я ее убила. Я за тобой следил, я тебе подсказывал. Я молодец. Ура, я молодец. Ты прям пунчичка. Что слышал? Я ничего не слышал. Опять вот эти. Я какое-то зелье отравы выпил. И со мной ничего не произошло. Наверное, что-то с моим лицом. Нет, с моим лицом я не вижу, что? Я беру красный факел. Вот этот. Да, я вижу тебя. Я еще более красный. Так, ты что, розовый? Не, красный, я прям красный. А, да ты розовый какой-то такой, бежевый даже. А я прям ровно еду, а мне вообще норм, я прям так тихо вот. Еду. И прям... я вылетела. Не, тихо, остановись. Воу, я не... Я выпал.
Тихо. Так, все, давайте ехать по правилам. Привет, Ксюш. По правилам дорожного движения. Да ты превышаешь скорость. Так, нет, Ксюш, ты меня видела? Нет, я тебя не видела, братан. Жесть, так, я почти доехал. Я вижу золото. Нет, еще не золотишко. Блин, чуть-чуть осталось до этого. До лута. Блин, мы не успеем, Ксюш. Да мне пофиг. Капелька, я бы очень... Я тоже лежу. Все, я встал. Эн, ты офигеваешь от моего скина? Нет. Почему? Я к нему уже привыкла. Уже? Молодец. Хочу быть ведущим. Хочу быть ведущим. Я один раз был ведущим, еще хочу. Почему мне факел не вытянуть? Диктором хочешь быть? Как и знакомьтесь, Боб? Да. Блин. Ты не диктор. Это блондинка с музоном. Мне люди мешают. Я свечу фонарем, то что я здесь, и надо сюда пуляться. Так, здесь меньше всего людей, буду тут. Я в тебе. Молодец. Так, она пока ничего не понимает. Ага. Берегитесь, они уже умерли. Это новый эксперимент диктора. Так, она сейчас сюда пустит. Я смотрю на нее, куда она пускает. Нет, она сюда пустит! Ах, она хитрая, она встала сюда, опустила там. Офигительно хитрая. Она встала туда, опустила туда. Чуть-чуть я еще не умерла. Мы одни остались, Никита. Здрасте. Она меня не знала, видимо. По разным сторонам надо разбегаться, Ксюх. Иди туда. Тебе не повезло. Тебя выбрали. Лена на рандом. Фух, еще чуть-чуть. Мы выиграли. Я еще чуть-чуть и в дым бы. А, Вики еще какой-то выиграл. Это либо ведущий, либо еще кто-то там. Нет, там никого не было. Вики это ведущий. Походу. Да, вот она. Да. Это ведущий. Ну, а те, что засчитали за победителя. Короче, ведущий это читер-победитель. Я ее лицо прям приблизил как нельзя лучше. Вот. Ага. Мадам. Так. Сейчас мы будем... Облака красить. Да. Так, я синяя, а ты? А я красный. Ах ты жопа. Сама ты жопа, ты синяя. Это цвет мубасов. Жопа красная. Красные крутые, они опасные, они страшные. Красный какой-то такой цвет, что прям вообще жесть. Так, это мой. Он синий, это облако синий? Не, оно уже красное. Так, оно синее, да, оно синее пролетело. Ох, он хитрый, вообще жесть. Хитрый прям на максимум. Так, они здесь красят, этого нельзя допустить. Тихо, я чуть не упал. Да, красный. Это был синий. Красный! Ты покрасила там, а я его перекрасила. Так, вижу тебя. Это красный. Уже красный. Это не будет синим. Это не будет. А, это и так красное. Это не будет. Это не будет синим. Не-не-не, это красное. Ах, синий покрасил, а я в красный. Я упал! Ха-ха. Так я и предполагал. Так, слежу за красным хочу, вот за блондинкой, пожалуй. И мы победили. Все равно мы... Всего лишь 20! Покрасили 2-то! Серьезно? Ну, логично, что мы победили. Вы на расслабоне... Нет, играли. Вы, наверное, сзади были. Да, мы сзади были. Прям почти все красные были сзади. А нафига? Я не раз видел, что были синие облака, я их в красный перекрашу. Такие типа люди, ес, синий! А там и радовались они зря, потому что позади все красные стояли, и тупо перекрашивали, и все. А нафига перекрашивать-то? Оставалось только прыгать, и все, изи. А нафига перекрашивать-то? А что, чтобы мы выиграли, а чтобы вы просто так радовались? А, текстурка. Так, наверх. Я должен выиграть, я здесь никогда не выиграю. Здесь... А, на них надо прыгать? На них надо прыгать и забираться наверх, но это нереально, Ксюша.
Тут умереть нельзя. Я взрывы прыгал, чтобы не играть в эту дурацкую игру. Но нет. Да вообще, я сам. Да, по-моему, раз этот челлендж нельзя сделать. Ай, взрыв. Можно такое полагать через взрывы и все. Боньк. Боньк, боньк. Ну, боже, я не знаю. Я просто тупо буду стоять. Я не знаю, это нереально. Я сразу говорю. Я на второй как-то залезла. То я на третий забирался, ты о чём? Может, на четвертый, это уж, конечно, Я прочистки долезла до третьего. Или до четвертого. Я не стараюсь, я просто всё. Сил нет, сил. Ну кто-то выиграл, ну два человека, не один, два, вау. Не знаю. Тут бы супер прыжок купить. Я бы, я не знаю. А еще лучше купить, как его там, чтобы не лагало. Чтобы не лагал Робокс. Чтобы не лагал Робокс, я хотя бы 900 бы Робоксов заплатил, чтобы он не лагал, чтобы был прям идеальный. Вот чтобы даже, чтобы я, когда вот так делаю, не тормозило, не лагало, ничего. Тогда бы я был бы про почти во всех играх, но нет. Из-за лагов почти всегда я и проигрываю. Так, я пойду в эту дверь, я думаю, она правильная. Нет, туда, там. Она закрыта. Никого. Это закрыто. Призрак. Так, вижу открыто. Так, я не успеваю. Так, какая дверь открыта? Скорее всего, вижу открыто, там уже кто-то давно далеко бежал. Так, ага, вот она здесь остановилась. Я думаю, там, да, я был прав. Так, я почти, я вырвался вперед, Ксюш, я впереди. А, нет, ты меня не обгонишь. Так, эта дверь закрыта. Эта дверь открыта. Конец, конец. Я почти выиграл. Я прям с этим пацаном на перегонке играл. Прям реально я видел, что все были в несколько... Я, короче, вниз пойду. Я закончу видеоролик. Потому что у моего телефона при чистке мало заряда. Там какая-то база. У меня нормальный заряд, чтобы вы знали, пацаны. Димонус и да. Друзья. Я Нового года. У них что, еще Новый год не наступил? Все, мы будем драться против других. Так, я еще... Пожалуйста, не лагай меня. Я еще буду изи игроком. Тактика, знаете, какая? Надо заранее бить мечом. Если у вас меч же медленно, ну, как бы, размахиваться, то заранее бейте им. Заранее. Заранее, пацаны. Так. И что ты дерешься тут? Тебя убить надо. Мы на тебя с толпой вообще напали. Давайте, кто там из наших остался? Никто. Никто из ваших не остался. Они прячутся. Не-не-не, никто не остался, никто. Не остался. Остался? Все, уже все. А, вот еще девочка упрыгивает от нас. Я же... Красные не сдаются. Ура! Я шестой левел. Ты шестой левел, а я 16. Я, как обычно, здесь на сервере на первом месте, потому что у меня дофига винцев. А у тебя сколько винцев? У тебя 30 винцев. Ну, поздравляю с 30-кой. Спасибо, кстати, за 31 подписчика. Я не знаю, я офигеваю от такого напряга. Событий. И, кстати, если вы сделаете... Я ведущий! Ты ведущий? Я ведущий. Сейчас поразвлекаемся, детки. Поехали. Потише. Я пока не умираю. Не умирать. Изи-пизи. Покажешь потом? Нет. Нет. А что происходит? Почему это у меня не ехало? Я не знаю. Просто корявый диктор. Это я бы утонула. Я с чуваком осталась. Я крутой диктор. Я с ним еще и друг, оказывается.
Сильно можно потише. Он умер. А, нет, он не умер. Он на краю остался. Знаешь, я иду на бабушку. Так. Я победила, ура! Ну, два игрока осталось, я хороший ведущий. Да, ты хороший. Это просто трудновато, вообще. Сиди, она стоя играет, чтобы вы знали, подписчики Ксюши, она стоя играет. Диктор. Напишите в комментах, кто подписчик Диктор. Ксюши и пришел ко мне. Ой, жесть. Это все будет трудно. Я гуляю вокруг черепахи. Это что? Это жесть. Это ходячая жесть. Хорошо, что тут нет диктора. А может он и есть, я не знаю. Я ни разу... Все эти мини-игры, это проделки диктора. Мы бобы. Мы бобы. Мы бобы. Я самый странный боб. Ты самый нормальный боб. То есть, по-твоему, такие... девушка. То есть, по-твоему, такие бобы и должны быть. Да. Такие, еще как я. Нет. Ну это изи, просто около стенки стоять. Это изи. Я умерла. Ты говоришь, что это изи. Ну это изи, изи. Офигеть. Ах, они вот так вот сделали! Они вот так вот хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, кто-то выжил, интересно. Никто не выжил. Никто не выжил. Так, и на, сейчас будет последнее видео, то есть просто игра, и я буду заканчивать это видео. А, я смотрю куда-то в текстурке. А как... тут есть диктор? Да, есть, вот он. Ой, я не диктор. И ты не диктор. Я А я хочу быть диктором. Я привык. Ну это изи игра. Я, кстати, быстрый. Не сюда. Они все нубированы. Нет. Еще бы чуть-чуть я бы умер. Я просто думала, куда бежать. О, бомба вообще. Диктор, ты меня не словишь. Нет. Бу-га-га. Бу-га-га-фаньки-га-га. Ну и что это такое? Тихо. Чего хочешь сдохнуть? А я уже заранее отсюда убегаю, потому что не хочу попасться. Буду здесь стоять. Изи. Нет, тот пацан все взорвался. Зря он экспериментировал. Не сюда. 40! Целых сразу 40! И все, я на этом буду заканчивать свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. И всем до свидания, всем пока, всем пока. Горят волосы. Сейчас, мам. Стыдит. Сейчас мы будем бегать от маньяка. Я не маньяк, надеюсь. Хотя... Так, еще посмотрим, кто маньяк. Я вообще маньяком, в принципе, не бываю в этой игре, но хотелось быть бы маньяком. Так, надо отстраняться всех людей, потому что кто угодно может быть маньяком. Я, как обычно, не маньяк. За мной пацан гонится. Надеюсь, это не маньяк. Бежим. Почему он именно за мной гонится? Почему? Просто вопрос, почему? Он опять за мной гонится. Он меня убил. За мной именно гнался. Почему именно за мной? У него была цель, я. Ладно, на этом я тоже буду кончать видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.